Короче говоря, идея у карты супер простая. Этот сурф, ну как сурф? Типа 4 игрока, да, как видите. И у вас на рандоме падают юниты. Так, а что у них там за обилки? Ну так вот, да, у них на рандоме, типа вот, 5 юнитов, ты покупаешь себе кого-нибудь, допустим. То бишь, как в этом самом, в этих всех автобатлах, собираешь из 3 одинаковых челиков, одного на тир выше, в принципе, классические правила вот этих вот, так сказать, шашечных игр, но в целом интересно, выглядит, если доработать карту, может будет вообще полноценная интересная штукенция, предрует. Она, конечно, еще сырая, что капец. Блин, не хватает. Может, продать этого долбоёба? Ну так это, в чем фишка-то? Вот руинеры вообще не понимают, что происходит, они тупо инком качают. Нужно на вот эти кружочки ставить юнитов. Ну Арес хотя бы понял, Арес не инвалид, в отличие от этих двух рандомов. По юниты выходят, дерутся. Ну не знаю. Потом это разбираться будем, не сейчас. Если хочешь что-то, пусть мне зайдет, лично скажет. Так, ебать, нашел. Тупо нашел. Хочу вот это еще взять. Так, вот мы деремся на миде с Аресом. Ну, проигрываем мы ему. Он, видимо, собрал уже 2-го левела. Либо хуй знает что. Кого в бане? Меня Хаос попросил его разбанить. Да, автосор дурит будет, прикинь. Какой Рафлан. Ну, надо уже будет подкачать. Ну, эти челики, вон, начали понимать, что делать. Вот это вообще нихуя не понимает. Тупо качает инком. Руины. Так, ну кстати, 2 мужика выпало. Мне тоже надо инком подкачивать, мне так хорошо юниты падают. Приятно. То есть я же говорю опять, показать интересную идею карты. Живые наступают, ага. Надо одного направо поставить, чили босса будет. Так, а чё вообще тут и голду-то дают за убийство или нет, интересно? Да, дают голду за убийство, то есть мид выгодно посылаться. Привет, Хаос. В главке качается вот. Руины. Конечно, интерфейс неудобный немножечко.
Арес решил руина полагать. Ты смотри, руина, ты знаешь это? Хаос вообще без проблем, только пусть Хунга подтвердит эту карту. Магу хочу, много чего хочу. По идее это должен в соло разъебать его, хотя прист очень сильный опор. У меня Арест тут в миде скапливается, ёбку делает. Кого ты там купил уже? Это не считается. Если Фунга хочет, пусть сам лично мне придёт, скажет. Блин, одной голды не хватает, надо кого-то убить. О, отлично. Чё, тут этот челик в инком вкачался, вообще нихуя ничего не покупал. Ну, Арес пока в доминантной позиции, у него хорошие юниты в миде, хорошо держится. Ебать. Это одинаковые? Нет, это разные. Кстати, пропали значения суммы у юнита. Ну, тоже багованная карта, конечно. Так, о. У меня вообще нет еще слота, что нет. Унга, мне похуй, что ты там говоришь. Приди и скажи лично. Так. Хочу слот еще. Кстати, очень пососная. Чё ты, челик, вообще инвалид, конечно. Ну ещё везёт, что его никто не пушит. Эй, добрый нет. Ну почти, чё, пацаны, Арес побеждает пока. Эти подски очень сильные, так. Он скопился уже в миде, я тут ничего не могу ему сделать.
Но попробуем мы вот так вот. Ты можешь еще одного? Можешь, отлично. Ебать тут дрянее, так, товарищи. Хорошо, сейчас я их могу взять все. Отлично. Так, ну вот Фунга зашел, сказал так, и не надо было самого человека делать. Что там у Фунги было? 5 пунктов, окей. Что у нас заставил хаос? Заставил капу. Интересно, за снос игрока что-то дают вообще? Бать, тут месиво, конечно, в миде. Блин, 10 армора, ебать он жирный, конечно. У Ареса тупо стоит чё-то челик. Ареса, у тебя челик стоит в меди неуязвимый. Тыкни его и на клетку, мне кажется, это баг какой-то. Да, я знаю, друг, я видел. Ну, Ареса тоже жирный вот этот чел на 10 армора. Имбовый. Но он меня разъебал в миде так-то. Так, а чё выпало? Выпали, кстати, мужики. Привет, Фаль. В армии? Окей, ствол, но попозже. Мы, наверное, либо сурф, либо что-то еще сыграем перед этим. О! Это не то. В любом случае, по чам. Давайте так. Вот так сделаем. Чё, челик набрал, нихуя не делает, блин. Тупо руины. О, ну мы тут это разъебали. Из-за того, что Ларес согрелся направо. Мечник. Мы его тут выигрываем. Танки вроде тоже неплохие, но мне все равно не хватит толба их купить. Да, хаос, это ствол. Тупо по его манере понятно было, что ствол кап, я его сразу вычислил. А, это второго левела стрелок, ну ничего. Так, а что, я могу еще что-то поставить? Магу, отлично. Тогда, да, иди. Подожди, давайте так. Ну,
Я не знаю, мне кажется, эти челики ливнули. Да, этот ливнул вообще. Вот почему я не хочу с рандомами играть, потому что инвалиды, блин, честно. Считайте, один на один срез у нас игра. Опред биткоин. Что так рано? Ну я решил пораньше. Учитывая, что всякие сурвы могут быть на стриме, решил пораньше немножечко начать капу. Приста хочу взять на самом деле. Прист сильный. У меня там слота не освободилось, нет, не освободилось. Ну ничего страшного. Рез как-то копится. Не знаю как. О, еще два мужика. Блин, два мужика. Ну, продаем, получается, этих. Что поделать. Уж мне третий соберется скоро. Да, можно хаос, можно. Гармака? Да, окей, гармакашник. Она так недолго идет. Сейчас мы с Аресом разбираться будем капа. Знаете, что я хочу? Знаете, что я хочу? Хочу третьего снайпа найти. А куда ты уходишь, дебил? Так, а третий снайп будет? Не будет. Класс. Чем могу помочь? Кто-нибудь ранит? Опа, пошла фланговая атака капком. Я, скорее всего, проиграю. Рез у него какие-то юниты очень сильные. Друиды решают, на самом деле. Блин, на зло вообще не падает ничего, что мне надо. Бесит. Давайте так сделаем. А, он тут тоже подходит. Враг. Исследование завершено. Исследование завершено. Да, мой друг. Аво! Еле достал, блин. Пиздец, минус башня. Тупо накопился, черт. Я ему тоже башню сломал, так-то. Так, а с мида они куда пойдут? Ага, проходят. Понятно.
Теперь он слева копится ко мне. Да, друиды имбища. У меня, к сожалению, не выпадало их в начале игры. Блин, придется свапать за голду. Поискать что-нибудь. А толку, что я здесь пушу, а? Вот толку, что я здесь пушу, а? Не, ну толк есть на самом деле. Ну, очень такое. Класс. Классные юниты падают. Не, ну давайте приста купим еще. Хотя нет. Пиздец. Не, ну я проигрываю. Друиды зарешали как-то. Близзард нихуя не спасает. То есть тут спалы в главке нужно переделывать, никакой механики камбэка нет. Мне б здесь пробиться. Не, у меня еще шансы есть так, но они хуёвенькие. Шансы пробиться вот здесь есть, но они тоже плохие. Потому что слева я проигрываю друидом. Ну как, я коплюсь, кстати. Я коплюсь более-менее. О, писта выпал. Смысл мне выпал. У меня живот. Раз, два. А где третий прист? Не понял. У меня ж три приста было. Ладно. Во. Раз, два. Отлично. Ага. Привет, Антон. Да, новая карта. Чё-то я так это прям весь во внимании капа. Хотя тут челик сопротивляется даже чё-то лол. Ебать. Мне б снайпа поймать. И кэпа. Я сильнее бы стал намного. О, снайпа поймал. Отлично. Сюда иди. Черт. Кританула? Ну, карта хорошая, Рис. Как видишь. Не, ну задумка интересна, дорабатывать, конечно, до хера всего чего. Ну и тут меня Рис от пушки, кстати. Даже несмотря на то, что он вышел у него, блин. Миллиард юнитов на базе под вышками. Инкома? Инком вот качается. То есть он не автоматически. Именно грейдится. Я, конечно, мог похилять этих руинов, толку от этого нихуя не будет. И ладно.
Давайте собирать все, что есть пока у нас. Арис, да. Скорее всего, да. Потому что он как меня отпушил жестко. Хотя там тебя снизу челик душит. Так-то. Танки достаточно хорошие. Прикольные. Но они мне не падали. Ебать, тут просто толпа пошла. А ты меня и так выиграть можешь, даже будучи АФК. Но тут люди хотят ромакайт карты. Пацаны, плюс в чат, кто хочет ромакайт карты. Минус, кто хочет обычный сурф. Привет, Стас. Так, а кстати, что я юнитов не расставил руины? Тоже макс юнитов. Я хуйню сделал. Капа. Хуёво то, что он ко мне придет. У меня не будет юнитов под базой. Это суров с рандомными юнитами. Биткоин. То есть тут юниты, как в шашках, по трое суммируются. Вот смотри, видишь, поусиляются. Бать. Тупо похчамп наловил. Казино версия. Да, ну казино в сурве варики. Арфлан. Так-то варики была версия. Именно казино. Но там она была для новой версии. И в этой она не шла. Короче, такое. Блин, 22 секунды. И как мне жить, а? Вот скажите. Как мне жить эти 22 секунды? Меня ж просто выебут. Живи, блядь. Вышка, живи, сука. Баки доломали мне вышку. Ладно, давайте посвапаем. Во. Так, еще одного даунича такого надо. Так, кэпа. Все. Я тупо сейчас ёбку сделаю, пацаны. Тупо ёбка будет чекать. Качественная. И меня справа тоже вроде подпушивают. Я все равно проигрываю, не? Нет, выигрываю. Меня зашли в друидов юниты. То есть такая рандомная штука. Не, ну это прикольно. Конечно, я не люблю рандомно, это прикольно. Вот в эту карту, Антон, слушайте, можем в конце стрима поиграть еще разок. Ну, то есть там где-то перед, после 8, так. У меня есть прист, но пристав право собирать не знаю даже. Не, ну надо искать что-то в любом случае. Привет, кабанчик. Башни с профсмолой. Кого? Кстати, колдуны против АОЕ хороши, когда схапливаются юниты. Ну, это челебос так-то еще не проиграл. И он Ареса зажимает, между прочим. Клещи со мной. Главное, чтобы мы с ним не дрались вместе, капа. Друида, что ли, собрать, а? Ебать, ко мне тут пришли гости. Так, ты... А ты у меня третий? А ты у меня и так третий левел. Так, а нага у меня. Нага у меня не собрана. И медведь. Медведь.
Так, а почему у меня медведи не собираются? Или это второй? А, это второй медведь. Значит, мне еще один медведь нужен. Но он не падает, зараза. Чё-то мы друг с другом подрались, и Арес в итоге выиграет, походу, капку. Вот чё, трили похоже на то. Так, прист еще. Еще прист, блин. Медведь, во. Медведь собрался, пацаны. Третий медведь. Так, куда ты делся, руина? Долбоеб. Да, иди. И приста. Нага, кстати, еще. Ну, нага у меня совсем не собрана. Блин, арест на базе у себя копится. Но у меня снизу войска сейчас пройдут, кстати. Куча войск снизу пройдет. Интересно. Я так-то выиграл. Ну, блин, конечно, все уже повыходили. Карта оптимизированная. Арест вылетел. Вот этот челик, наверное, сам по себе вышел. Вот этого я только что слил. Но непонятно, вышел он или нет до этого. Но в целом интересная идея, как по мне, достаточно. Так, а что мне надо? Мне друид нужен. Блин, прис надо голду еще. А, ну все. Все, победа пожелаю. Пожелаю победы. Сейчас приста напоследок соберу третьего карта и выйду. В целом интересно, интересно, но не хватает камбэк механик каких-то. И в целом здание очень хлипкие на самом деле. А, бля, у меня прист лапнулся, архлан ебалы. О. Все, короче.